Они звук поменяли. Ага, минус ивент, понял. Понимаю. Что-то с графоном еще вроде сделали непонятное. This is me face, yes. This is me. Ты, а ты проник на этом сделать? В орехи? Чтобы это, ёпта. Чтобы заходили все сразу и ебашили. Лайки на канале. А это, а чё, игру-то будет искать? Плати на трейде? Плеер. А, так орех сдох, да? Я не прогрузился. Давай еще раз попробуем. Сори, как бы у меня ПК из 2000-х годов. Там Атлон, карточка какая-то старая, 580-я вроде, что-то такое. Но я не особо разбираюсь. Врёшь, у тебя 2070, врёшь. У меня 2070 гигабит гейминг ОС, 8 гигабит. Гигабайт. О, стардейт. Плеер, понимаю. О. Сейчас светло, чё, темно так? Сейчас я тебе включу, блядь. Нормально? Нормально? Пот, блядь. Эх. Да кача. Зачем? Выключи, да, весь свет. Хочу и свечу. Скиллов нет. Не изучил еще, сори. Блять. Как такие косяки можно сделать? Что в доте, блять, у них текст не помещался. А дота плюс хуйни. В инвентарь. Ой, блять, не в инвентарь, а в интерфейс. На Full HD, на самом, казалось бы, распространенном сейчас разрешении. Что, блядь, в орехе сделали так, что либо скиллы не грузятся, либо, блядь, их забыли добавить. Но при этом интерфейс они переработали. Понимаю. Да, неделю, наверное, не играл в это дерьмо. Сейчас будет оверплей. Самого себя.
Front face. Че, нашел кого, Хантер? Мы же одни падали. Ты че, блядь? Чел. On the roof? Ебать! Что-то громко нахуй. Я аж дернулся. Понимаю. Self overplayed. Я хуя, есть аркадный режим какой-нибудь попроще? Доброе. Доброе. Доброе дневное, вечернее утро времени суток. Одобря. О, теперь можно приближать, или и раньше можно было. Со стволами то же самое. Вау. Бля, какой игровой. Ну, не такой, конечно, как Мозамбик от Нави. Сигура, а чё ты этот... не играешь? Чё ты на стриме сидишь? Не вывозишь, да, без пати? Протащенка. А, ты ел, понимаю. Что ты ел? Ну, мам. KFC ходил. Заебись. Чизбургер, картошку, сырная. Подушечки. Картошку какую, большую или маленькую, ты не уточнил. Арплата карта или наличными? Карта Макдональдс есть, скидочные купоны. Еще завел чипсами, чтобы словить гастрит. Язва к 30, я иду к тебе. Поймаю. Ведро картошки. А. Чё за смайлик ты спамишь? Это чё? Человек-мем? Не знаю насчёт человек-мем, я знаю человек-яйца. Вы знаете человек-яйца? Машу тебе ручкой. Понимаю. Я имел в виду, чей это смайлик или типа... то создатель. А, так это трейсер. А, так это трейсер. Так вот насчет человек яйца. Дезбелифа смотрел, когда он проходил этого. Джамп Хира. У него там, правда, был турбозавр. Турбозавр я тоже одобряю.
Вот. Но это тоже неплохо. Человек, 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 человек. Я Хролла смотрел, но там на одном месте, на одном месте часов 10 прыгал. Яйца. Человек, яйца, 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 человек. Подпеваем, чат. Человек, яйца, 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 человек, яйца. Кринж, да-да, на месте. Человек, яйца. Я ведь брал ВК. Человек яйца. Мам, мне потанцевать нельзя. Я что, потанцевать не могу? Ты идиот? Я что, потанцевать не могу? Ты идиот. Словно попук поет. Вот сейчас не понял. Чё, сука? Слышал, как попук поет? Ну, без рафлов. Он же этот заканчивал. Блять, как она называется? Прицерковный хор. Школа. Блять, короче, в церковном хоре был. Насколько я помню. Он поэтому и знает текст песен, который он сегодня напевал на стриме. Так и было. Так. А, я не сюда хотел цепляться. О. 20 дал, все, убил нахуй. Минус сервер. Вообще, если бы не секира, я бы, наверное, даже расстроился, что у меня так плохо все по игре. Че у тебя 130 FPS, у тебя попук был недавно, должен был настроить по-человечески. Да Хабнова только что вышло, блядь. Че он там настроил? Он, знаешь, что поставил? Он поставил конфиг. Я не могу сказать, что. Ну, короче, говно, которое отвечает за то, что... Этот... Sensitivity мышки берется от приложения. Ты прошел Sekiro? Там, короче... Типа по сюжету... Ты освобождаешь пацана. Убиваешь большого чела, который его спиздил. И дальше идут... Либо DLC-шные боссы, либо... Я ошибаюсь. Вот этого чела, короче, который наверху. Я его... Вообще так-то не заслуженно, потому что с багом, то, что он перестал драться, но ёбнул. И на этом наши отношения с Sekiro закончились. Еще ёбнул чела, который с пушкой. Если ты знаешь, о ком я. Там, где типа вниз прыгаешь или... Наоборот, к нему нужно подниматься, там где много NPC с пушками. Оп, моя R99, да, сюда. На, вот, забери. Такой ёба, который либо стреляет тебе в лицо, либо отталкивает. Нахуй. Но вижу, что у тебя текстурки робота охуевшие. Нахуя. Генитера ты убил, да. Ну как убил? Можешь открыть канал на YouTube, найти. Называется, короче, Smeface. Я думаю, ты сможешь найти. Блин, надо, наверное, ссылку сделать. Я залил там Shadowplay. Без звука, блядь. Охуенно. Я первую-вторую волну кое-как допинал. На середине второй... Да, я представил, я показывал. Ну да. У тебя тоже такое было?
Короче, где-то на второй волне он начал дефаться, но не пинал меня, я такой, ну ладно, окей. Может быть, типа, нормально. Начинается третья волна, этот долбоёб встает. И ничего не происходит, никаких молний, не прыгает, ничего. Я такой, блядь, ну ладно. И запинал. Все. К сожалению, никакого удовольствия от этого я не получил. Сколько я потратил на это 5 часов. И дело, можно сказать, дошло до слез уже. Ну ладно, до разочарования в самом себе. Окей, так будет корректней. Такой, блядь. Ну что за дерьмо? Вот. Нет, конечно, я его фазу выучил. Но я так-то все равно осиливал его. Нормально. Просто не фартануло. Чё, бля? Кого ты там не осилил? Не. Ну, типа с багом, но осилил. Я, в принципе, первую-вторую фазу проходил нормально. А вот третий уже дискомфорт вызывал. Ну и то, потому что я мало проходил. И первую-вторую я проходил, типа, если не вести себя как охуевший черт. Минус мать. Сумку возьми. А где я сумку возьму? I need a backpack. Ну, короче, еще 5 часов, и я бы допинал генитера или как его там. Отдыхает секира. А все, секира нахуй пошел. Недостаточно. Смотри на его FPS. Че? И удалил, сука. Да че там еще проходить? Там по Волксру NoFail. Если смотреть у всех боссов, там остались... Ну, вот этот чел с пушкой. Заебись, подобрал армор. На миллион контента. Там миллион контента. Лол, мне похуй. Я... Все, я dead inside. Я хотел, чтобы эта хуйня меня убила. Она меня убила. Я убил бомжа, который... стал переломным в моей жизни, пускай даже нечестно, и... все. Я на 100% не собираюсь его проходить. Ты убил пару боссов всего. Может быть. А может и нет. Минус респект, схуяли. Ты и так, блядь, не уважаешь никого. Какой нахуй минус респект, черт. Чтобы, блядь, от тебя уважение получить, это надо, я не знаю. Секиру фул волксру. Ага. Секиру фул волксру. No fail. No damage. И но прокачка. Любую концовку, бля. Да, ты, блядь, там же... Какую концовку? Меня чел попросил, давай, типа, ты освободишь меня от хуйни, там, ты либо соглашаешься провести обряд, либо отказываешься, но он такой, ну, пожалуйста, и ты соглашаешься все равно. Проводишь обряд, все. Sekiro, Shadow Die Twice, Walkthrough, No Fail. Не, давай. Секира, все босса. Или не? Секира, прохождение.
Стоп гейм. Летим, короче. Как этого бомжа зовут? Змея, обезьяна. Ну вот этот чел, про которого я говорил. Вот этот чел. Так, вот замок я прошел. Получается. Храм Сен-По я погулял. Обезьяны должны быть после... Ну да, окей, обезьяны, это я хуй забил. Чё? Ну и чё ты стоишь на месте, добротуха? А чё? Вопросы? Скажи, а меня нормально? Охуенно слышно. У тебя студийный, да, микрофон? Не, нихуя. Прикинь. Поговорить. Окей, это не босс. Ну, безголовый, это не обязательный же, правильно, босс? Три концовки, четыре, как говорится, русня ищет отмазки. Машина без возможности. Блять, я не говорю, что я там это, выебал эту игру. Финальное решение. Ну, не так много, чтобы... Пропущено, конечно, ну да. Да хуя еще. Да бля. Перепройди Dark Souls 2 со всеми DLC. Или минус респект. Я сказал, мне не понравилось. Ну типа, это больно, это неприятно, это, блять. Че это нахуй такое? Это как, я не знаю... Попробовать дышать под водой. Бля, не получилось. Сейчас, сука, еще раз попробую. Прыгаешь под воду такой, сидишь. Блять, не получилось. Да что за говно? Пробуешь еще и еще и еще. Ты уже нокаешься. Тебя там вытаскивают из этого дерьма, как... ремиссия, знаешь, у наркоманов. Осуждаю. Откачивают там. Долбоеб, больше не надо так делать. Осуждаю. Такой, я смогу дышать под водой. Вы ничего не понимаете. Я, блядь, особенный. Вы все лохи. А вон там этот чел, он смог, да. Он смог, серьезно. Все получилось. Вон на ютубе, зайдите, посмотрите. Там много челов дышат под водой. У всех все получается. У меня обязательно получится. А потом дышишь. Ну, или не дышишь. Или ты тратишь 5 часов, пока... Условно 5 часов, пока, блядь, тебе не покажется, что ты дышишь, и ты такой вылезаешь, бля, у меня получилось, больше не хочу пробовать. А потом прибегает птица, такой, нет, ты не дышал, нихуя. И все, и пиздец. Еще попробую. Не хочу я еще пробовать, это пиздец. После секиры... После секиры не остается, нихуя не остается внутри. Там не то, что дышать, там воды нет в организме. Все выжиг просто. Настолько жарко становится, что все 90% воды из организма
Они испаряются. Остается только мясо, кости и говно. Чё, дрончика, да, сломали? О, понимаю. Понимаю. Тогда Jump King. Ага, блять. Или вон Абизы Боши, да? Хотя вон Абизы Боши я вроде проходил нормально. Я этот жалко без стрима проходил. Как там называется? Игра, которую создали, чтобы люди страдали. Там, где ты внутри чугунного котелка с кувалдой. Но там не так больно было, как с Секирой, на самом деле. Он намного проще. А Jump Hero это... Пиздец. Пошли нахуй. Да выебывался. Getting up. 6i. Чё? А, Getting Up Boy пошёл нахуй. Я просто Getting Up сразу ассоциировал с той игрой. 50-летней давности, я не знаю. Кстати, реально, я лет 20, наверное, уже. Там, где граффити нужно закрашивать. Йоу, да, паркур граффити. 2006, 14 лет ей. 14, сука. Какие 20 тысяч наркоман? 14. Ну, условно, это 2000-й. Я помню, что я пиздюком был в этом возрасте. О чем речь вообще? Дети, которые в 2003 году родились, уже есть совершеннолетние. You know, like... О каком вообще адекватном мировосприятии можно вести речь? Мы, короче, весь квартал разрисовали из-за этой хуйни. Осуждаю. Сначала вы раскрашиваете район, а потом... А потом в нем квартиры не хотят покупать на котле. И вместо построенных домов остаются вот такие стройки. Так и не поиграл в нее. Я не думаю, что ты что-то потерял вообще. Это, короче, San Andreas, в которой вырезали все нахуй и оставили только граффити. Без San Andreas. Саундтрек охуенный. Я не помню саундтрек. Getting up. Пост. Их 35. Delete от видео. О, нормальный плейлист на YouTube. Там все видео по авторским правам удалены. Не, ну нахуй, не буду слушать. Все играли, я дрочил Герой 3, Готику 1, 2 и Алису в стране. Что? Бля, вот, кстати, StarCraft и Герои, и Готику, это все тоже мимо меня прошло. Единственное, в чё я играл из типа такого, это была игра Александр. Причем, по-моему, с изданием 1С, по-моему, или что-то такое. Такая супер хуёвая РТС.
Ладно, окей. Я хотел по сайленсу просто, you know, like, сзади подкрасться, дождаться, пока у меня красный прицел станет. И потом нанести решающий удар. Кстати, решающий удар сейчас по мне Синька нанесет. Проиграть Синьке первой, наверное, или второй. Бля. Фу, сосать. Чувак, кто это тут у нас такой, а? Ты в курсе, блядь? Я секира прошел, как я себе говорю. Так. Вот это уже неприятно. Ну, похуй. Бля, я прямо чувствую, насколько пустой внутри после этого дерьма. Настолько похуй. Как же, наверное, циферкам было бы больно, если бы я начал в циферки играть. Бля. А почему я платина остался, если у меня меньше 5к? А, 4800. Понимаю. Стоп, что? 4-4-4-4, да? Мне же не кажется. Правильно? 4-4-4-4. С первого сезона такая хуйня. Да, Сигура, блядь, даже не понимает, о чем мы. Он на ФК, походу. Ставить шуточки, да? Look at this shit, блядь. Electronic Arts, блядь, поясняю. Не Electronic Arts, а кто там? Apex сделает. Что, блядь? Это такое? Все, я понял, сложно это сделать. Забираю свои слова обратно. Три, блядь, значит, да? You know? This was like three. Потом two. It's like one plus one. Окей? Okay? Вот это фотошопер, да, понимаю. And the end of this shit? One. Это так сложно, блядь. I'm repeat. Это так сложно? Помогите мне. Мне нужен контент. Мне нужен хороший контент, чтобы я... Да, ладно, хорошо. Пойду рейтинг. Отличная идея. У меня сейчас как раз скилл на пределе. У них нет ни единого шанса. Дохну и встаю, да. Че, сука, еще раз. А потом... Короче, там есть проклятие. Оно заключается в том, что у тебя могут не отобрать голду. Потому что Shadow Die Twice, да. Только нихуя не Twice, а дохуя есть. У тебя там проклятие может накладываться, которое не отбирает у тебя голду и опыт. А тут у тебя может прокнуть, что у тебя тиммейт Alt-F4 прожмет, и у тебя не снимут ПТС. Но это редко. Ты можешь соединировать это сам. Соединировать это сам. Но могут дать пизды скоро. Бля, понял, что новый игрок будет костер. Так же поставить, как Dark Souls. А чё за новый герой? Sekiro, new hero. Ебать! Чё так светло, вспышки? А, не Sekiro, New Hero, Apex, New Hero. Ты
Этого, да, это вот? New Legend. А, крипто, это не то. Купер. Вы что, ёбнулись? Буду фаеркиперша вас с фури резать. Репинант там что-то? Репинант Апекс. Ревенант. Look at this dude. Что это, блядь? Пискипер араб, который в арафатку закутался. Ебать, кстати. Заходишь такой в рекурсию. Ничего не меняется. 30-я секунда игры. За мной гонится Octane. Блять. С оружием, а я, блядь, без оружия. Нема. Сейчас мне нужен будет этот костер. Ебать, что с ФПСом реально? Все, понял. Я захватывал рабочий стол вместе с игрой одновременно. Что-то я хотел там сказать. Что-то, наверное, не особо важное. А, заходишь в метафизику или в рекурсию? В Discord, в раздел с ВБМками. Смотришь, как Ирак бомбят, такой... Блять. Можно не сейчас, лет через 50? Пожалуйста. Рили, пожалуйста, только не сейчас, нахуй. Это, конечно, может фейки, но там какие-то видосы, типа. Челы просто снимают. Блять. Прикинь, покупаешь дом в ипотеку, а тебе не надо платить, да? И вообще, блядь, ничего не надо. Нет тебя, нет ипотеки. Его взрывают. Но нет, там страховка, наверное, покроет. Даже в РФ есть такая хуйня, что... Допустим... У тебя кто-то из родителей... Нет, так хуёво. Ладно, допустим, у тебя есть личинка, ты взял ипотеку. И ты сдох. И личинке не надо эту ипотеку отдавать. Прикол в том, что тебе эту ипотеку не одобрят, если ты, допустим, онкобольной 50-летний, 60-летний кун. Другое дело, если ты секира. Приходишь такой, ебать, весь успешный программист, 3 стакана на секунду. Молодой. Говоришь, я, ебать, готов всю жизнь на ипотеку работать. Они такие выдают тебе ипотеку. Идешь, дохнешь по фасту, возвращаешься, я сдох. Все такие, блядь. Все, больше ничего не выплачиваешь. И у всех передаки, короче, такие. Горят. Оу, бля, он нас всех наебал. Помогите нахуй.
столб. Там же ресный, да, можно. А как он пингует туда? Если рез прям тут под носом. Впрочем, не важно. Впрочем, похую. Ну да, звук так и не пофиксили. Look at this aim shotter. 3-2-2. 13-37. Нахуй мне этот Wild Key, интересно. Хотя не, можно открыть. Хочу и трачу зипку. А, могу и хочу. Могу и... Все нахуй, я dead inside. Ничего не соображаю. Хочу и трачу зипку, как могу. Могу и трачу зипку, как хочу. Во. Изи. Как сейчас бы открытую комнату пойти посмотреть. Такс, что тут у нас? Бам-бам-бам-бузл. Чего? Я ж промахнулся. И в это вы, значит, весь день, да, играете? На протяжении дохуя месяцев. Apex, да, значится? Yes. Вот этот, то есть, да? First person shooter. FPS game, так сказать. То есть вот так же, да, берем оружие. А, мем видел. Очень смешной мем, блять. Сейчас, если найду, покажу. Очень интересно, yes. Сейчас все будет.
Help me! Подниму на всякий случай, вдруг кто увидит. Обожали ставить ленту с мемами. Надо было себе скинуть. Значит, вот первый. Тут просто много прона. Ну, всякого говна, которое не стоит показывать. Чё ты тыкаешь? О, оба тиммейта сдохли. А как так получилось? Я походу не найду тот мем. Сука. Ну похуй. Как? Смешно? Вам очень смешно. Так. Играем, да, значит? Я не удивлюсь, если мне абандон дадут за то, что я не поднял братана своего. Погнали на военные сборы. Чё, ебанулся? Я сержант запаса, меня не отпустят оттуда. Отправят нахуй в Ирак сразу. Молодой человек, смотрите, а вы контракт подписали? Вы чё, не знали об этом, ебать? Вчера, между прочим. Тут и подпись ваша есть. Что значит крестик? Это не крестик, это ваша подпись. У нас и доказательства, смотрите, вот... Одни документики, значит. Вот у нас приказ на переведение. Тоже вами подписан. Тоже крестик стоит. Что, тоже хотите сказать? Не ваш. Навык Микири, скрытность. Нажмите Q, чтобы стать незаметным. Скажут, ебать, предатор на фронт его с Мозамбиком. Да, высадят нахуй. В Ясную Поляну куда-нибудь. Бля, я хочу на этот мем найти. Очень хочу. Там очень смешной мем. Геймплей нереальный. Сколько еще? Минута? Там твит, кстати, старый всплыл этого. Кто сейчас президент США? Дональда Трампа. О том, что необдуманные действия что-то ядерных держав или глав государства могут привести к Третьей мировой. И сам Дональд Трамп такой. Пацаны. Fifteen seconds. To ring close. Нихуя себе тут кладбище, пацаны.
Уи! Чел такой, бля, бля, кто здесь? Сука, заруинил. Плюс 9. Ну, значит, я все правильно делаю. О, вам повестка. О, вы из Украины? Как насчет пойти воевать? Бля, это чувство, когда мем потерял буквально песок сквозь пальцы. Такой, сука, я же хотел показать. Его нет. Что, интересно смотреть, как я мем ищу? Охуенно, да, наверное? А, мем потерян. Мы его потеряли. Какой же орех пустой после секира? Тут нихуя нет. Hello. Контента не завезли. Одна маленькая карта, на которую все постоянно прыгают. Вот если в центр какого-то чела поставили с тремя фазами неубиваемого общего врага. Ну тогда я понимаю. Секира пойти даже... Так я его и не вкачал почти. Там было-то только пиротехника на два и... Этот. И... Как их называют? Спиннеры, которыми кидаешься. Ну, какую-то часть сюжетки там, что можно сказать там. Блять! Я не говорю, что это 100% walkthrough. Это я не процент, то, что я могу сказать, то, что я покатал, мне понравилось, все, я что-то там завершил. Ведьмак тоже можно пробежать. А ты ебать, ты чё нахуй? Там Сири, она нахуй вообще. Ты в курсе, что с тем толстым мутила, блядь? И у них дети, они стали твоими там племянниками. И новое царство сформировали. В DLC. Правда. Ну это я сейчас так высрал, конечно. Я ебу, чё там в Ведьмаке. Там его невозможно пройти, как Скайрим, он на это не рассчитан. Забавная хуйня была, кстати, со Скайримом, когда пытаешься на 100% пройти. Там некоторые квесты, ну, типа, пересекаются с... Ну, допустим, челов нет, которых... С которыми нужно поговорить, чтобы одни появились. Похуй берешь, создаешь этого чела через консольку, с ним говоришь. В итоге игра настолько ломается, что тебе там сюжетный квест еще раз выдают в рандомном месте. Хотя он уже пройден. Там в братстве ассасина стакается очень много челиков одинаковых. На каждую стадию квеста там заходишь, два одинаковых чела. Убиваешь, возвращаешься, их три становится.
Ебать, меня это раздражать начало. Ладно, окей, возможно, они найдут R99. Как разучиться лутаться за неделю? Чё? Байт и токсик, сам, сука, токсик. Я, может, коллекционирую, что-то доебался. Че, я не могу взять Light Ammo Magazine? Не слышу. Типс. В Таркове. Лут. Ну, лут в плане действия, которое выполняется. Ебать, конечно, эта игра, пиздец. Поиграл. Я в него так и не заходил даже. Так вот, часик покатал и вышел. Покатал, блять, две катки регнул. Просто в клиент заходишь, на все ебало надпись. У нас проблемы, блять, в нас слишком много играют. У нас 300 тысяч зрителей на Твиче. Ты Тарков купил? Да, я высирал пост в группу. В Дискорд. Охуеть, я смог регнуть два раза игру, в которой один раз у меня что-то пистолет просто перестал стрелять. Не знаю, заклинило, наверное, или еще что-нибудь. А второй... А я там по челику, короче, резал ножом. В итоге нихуя не произошло. Я сдох. Все. Все остальное время либо искал игру, либо он крэшнулся там несколько раз. Ебать, это что там, БФГ? Let's push, guys. Russian Mafia SWAT, you know, like. Понимаю. Зарашил. Да, як поиграть? Ча. Бля, там пароль только, наверное, надо поменять будет. Да, я понимал, что говно. Но на Новый год то, что накидали копеек, я такой, блять. Так-то почему бы и не купить, поиграть, тем более он сейчас на хайпе. Значит, наверное, хорошая игра. Так почему бы и нет? Ебать, кстати, наверное, охуенно жить на донаты, когда у тебя на все хватает. И даже ничего копить там не надо, нет родителей стакать. Просто такой лол, так у меня ж есть деньги. Ебать, я там на 80 зарядил. В
Понимаю. Я понял, что мне лень качать это говно. Не надо? Не, он немного весит. И он с Москвы качает. Шестнадцать он весит. Там чё, блядь, 5 карт. 16. 16. 1-6. 16. Я сейчас только что понял, что 6 тяночек и 16 по-английски звучит одинаково. Типа 16 или 16. Стрим образовательный. Давай, ёба, уничтожь их. О, нет, почти получилось. Так чё, надо, не? Так, с кем фрукторков? Game Launcher. У них, кстати, лаунчер свой есть. Огью. Это русская игра, лол. Профиль на сайте. О, бля, в пизду. Понял? Понял. Я так понял, ты не знал, да, то, что он от русни? Или просто похуй? Лаунчер новый, да. Когда этот, когда Пеку обновил, ну, я имею в виду основную хуйню, там проц, мать, азу, все лаунчеры запустил, поснимал галочки, типа, не закрывать на фоне, потому что, ну, чё, бля, сейчас уж с производительностью вопросов нет, там браузер на фоне не делает тебе минус половину FPS. Спустя пару дней такой, бля, не, ну нахуй. Steam, может быть, чтобы в трее пускай был. Окей. И там Origin скрытый где-нибудь в залупе. Но чтобы через Steam запускался орех. Все, это максимум. Сейчас раньше не замечал у челов в орехе. Два типа основных. Это ТТВ и YouTube. И с циферками что-нибудь. 1, 2, 3 или 3, 3, 3. Там какой-нибудь говно. 6, 6, 6. 44 рус. Там вот это говно. Да, прыгайте. ФПС. Чё ФПС? 100? Мифейс, ФПС... А чё за FPS? Зачем в нике писать FPS? Я много раз попадался с челом 1080p 144 Гц.
Ну как много? Раз пять, наверное. И каждый раз такой, о, ебать, чел, здорово. А, типа, дохуя кто так делает, в скобочках ставит FPS, поэтому дохуя кто так делает. Типа, все едут в Москву, потому что все едут в Москву. Да-да-да. Да-да-да, рассказывай. Мозамбик, ахея. Two hits by. То есть это он по 40, по 73 раздамажил. Мозамбик 73. Кого, блядь? Ну, мы здесь не за этим. Правильно? Мы здесь... Так чисто... А, все, я уже могу... Склад иллюминати. Ведман и ваншот в башку. Ну ладно. А, ну я еще без говна же был, точно. У меня никаких средств защиты. Даже волос на голове нет. Так, чисто. Черепная коробка. Фламинго. Чё с ебалом? А у нее на всех, да, скинах зрачков нет? Понимаю. Это? Все, у меня мозг не работает после секиры. Я все забывать начал. Розовое вино, кто поет? Там чел есть, без глаз. Ну, типа, без глаз. С белыми зрачками. Бля! Спасите. Как охуенно было в Sleeping Dogs играть вчера. Позавчера. Или позавчера. Хуя, сегодня какое число уже? 9? Помогите. Affirmative. We all need to help. Я не буду джампмастер. Я отказываюсь. Я снимаю с себя эту ношу. Ant Powers. Octane number one. А знаете, что еще number one? Сюда. Ну эти челики уже поняли, подняли все, что нужно, правильно? А. I can't come back, I can only now take pussy, you know? Боже, даже прыгать разучился. Чё, типа мы втроём прыгнули на поезд, но всё, что залутали, это две брони по армору. И то это может быть не с поезда.
Такой middle tier поезд. Для бомжей. А почему, кстати, Феникс Кит на бомбу похож? Это что, бомба? Просто бомба, просто пушка. Феникс, ты что, крейзи? Don't shoot. One kebab, please. И куда этот шарик цветной упал? Как всегда, нахуй. Хочу. I have vault key. Vault key? Yes, how do you know? You clever. What is it? What is vault key? Блять, а патронов-то и нет. Стоим, лутаемся, похую. Another squad. А! Блять! Инвентарь закрывается от того, что в меня попадают, но я, чтобы его закрыть, нажимаю Tab. И так повторяется два раза. В итоге я остаюсь с открытым инвентарем, пробую выстрелить, но когда нажимаю мышку, я начинаю перетаскивать предмет. Что этот надмозг забыл в орехе? Мне надо идти в шахматы играть. В Dota шахматы.
настройках выключи хуйню. What's name is it? Plain comment action. Что? Button hits. Damage numbers, ping capacity. Mapping rotation. Это спринт есть. Coming damage feedback. Can damage close this box menu. Turn off. Я нашел. Над мозг. Время большого мозга. Here, you know, like. Не зря гимназию заканчивал. Умен, сука, как стая собак. Понимаю. А этот чел Alt F4 нажал или чё? Или он дотикал так? Дайте Абадон, плиз. Плюс ноль. Минус 26. Минус полтинник. Итого минус 70 уже. Как так? Странно, вроде хорошо играю. А спонсор сегодняшнего стрима — букмекерская компания 1xbet. 100% к депозиту. Ссылка в описании. Блядь, как я тебя понимаю, то что не видно желтое на зеленом, на желто-зеленом, на салатовом, салатовое на салатовом. Причем пинг, он даже, ну, не становится более выделяющимся, когда ты цветовую хуйню меняешь. Как она там называется? Цветовая слепота? Blind mode, короче. Да, блядь, чел. Главное, отцепился и летит туда, куда я лечу. Понимаю. О,
О, теперь на гробах. Или всегда на гробах писали фамилию. Фу, блять, фамилию, никнейм. Бля, как он двигается, я в ахуе. Sigma, did you play on gamepad? Controller. Плохо прицелился, надо было еще прицелиться получше. Against Snoop GG. Пизду, блядь. Вот сейчас будет по кайфу, да. Сейчас будет все красиво. Запускайся. О, да, вот это я понимаю. Двенадцать FPS на генерации мира. Сложно. Все, 10 секунд буквально и все. И копать уже. То, что нужно. Где музыка? Бля, почему у меня... аккаунт с Майнкрафтом был заблокирован за подозрительную активность. Я туда даже не заходил долго. Год, блядь, наверное. Сука, краденые деньги. Скорее всего, были на карточке, с которой покупали ту версию Майнкрафта. Сибир, ты тут? Как тебе? Я хорошо справляюсь? Достаточно ли это развлекательный контент? Убиваю птиц, если чё. You know? Охуенно. Спасибо, я тронут. Кукареку говорит петух. Мее, говорит овца. Да сука, читеры, говорит фрикит. Не-не, они лоу, говорит Фурикид. Non-hateful content. Just for fun. Just for lulz. Где музыка? Я хочу музыку.
Что включить? Заказ треков онлайн бесплатно. Но копирайт, пожалуйста. Окей. Мне нужна деревня. Дайте деревню. Ебать, чанг, конечно. Биом, вернее. Do you even see деревня? Интересно, разобьюсь об один блок воды, не? Нет. Бля, что делать? Себер, чем заполонить пространство от шрама после секиры? Вариант орех не принимается. Это не вариант, это ошибка. Я жду ответ. Я чё, ебу? Ответ принят. Где стрим? Ты уходил пожрать и не вернулся. Чё за хуйня? Как зритель тебя спрашиваю? Ты понимаешь, что ты меня кинул? Подвёл, так сказать, аудиторию. Не хочешь орех? Может, секира хочешь?
Я смотрел твой стрим. Чуть-чуть. В конце, когда вы сказали, что офайтем. Ну там чат поживее, какая разница. Ты хочешь, чтобы я тебе зрителя делал? Чтобы один вместо ноля, чтобы два вместо одного? Этого ты хочешь, этого ты добиваешься. Так, ага, наберешь. Помогите. О, категория, понимаю. Понимаю. А, тебе такой деревни не было. Стоп, не-не-не, это сильнее меня. Как тебя скачать? Огью. Охуяйся. Thank you.
А, пизда. GG.